Всем привет, дорогие подписчики и гости моего канала. Вы на канале Нефрит 387, с вами Лицемер, Лунатик, Фанатик, Еретик, Опрощий Нефрит. И сегодня мы продолжаем прохождение Soul River, Legacy of Kain. В предыдущей части мы уничтожили еще одного своего брата, получили возможность плавать. Ну, и сегодня мы это продолжим. Открывать все секреты, куда мы не могли раньше добраться. Но мы не забываем ставить люба. Тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться. Ну и, конечно же, оставляйте ваши комментарии под данным видео. Ну а все интересные ссылки еще есть в шляпе канала. Заглядывайте. Ну а мы поехали. По-моему, вот этот сейф. Сейчас проверим. Пойдем. Века назад твой брат Дюма отступил со своим кланом на север, окрыленный даром души Рахаба. Найди его горную крепость, но будь осторожен, эти места таят много загадок. Да, блин, мы уже привыкли к загадкам. Так, как я целился? Ага, вот так вот, да? Что-то целился. Да, ребят, кстати, на компе мне больше нравится графика, чем на PlayStation. Ну, конечно же, комп-то всегда был круче, чем Сонька. Может, на компе, да, видите, я могу настроить повыше, выставить графику и 32 разрядность повыставить. Фу, мне 32 бита выставить, а не 16 бит, как это на Соньке стандартно. Да, как бы многие игры, которые выходят на PlayStation и на ПК, конечно же, пока будет графон, можно улучшить. Это мы все знаем. В зависимости еще, конечно же, от ресурсов самого компьютера. А так, ну, конечно, еще выходит индивидуально на каждую приставку. Там, например, на Xbox, PlayStation 1, по PlayStation 1, PlayStation 4. Надо сюда воду нырнуть. Мы здесь не были. Господи, опять эти падлы. Люблю я вас. Лови, Райский, плыви. Ой-ой-ой, уйди тут. Рыба, шпроты нафиг вас. Как же неудобно это управлять все-таки на клавиатуре. Но за что я любил на Соньке все-таки играть. Все же на Соньке удобнее намного управление. Где была вода. Так, о, ну что-то такое там висит. Да, о! Дали бы мне еще это взять. Да, блин. Шпроты эти меня закрыли. У меня уж башка закружилась. Где этот-то? Водой не могу. Ой, из меня жизнь выкачивает. Я же взял? Нет, не взял. Блин, да куда ты так, Райска? Как все же это сложно тогда управлять. Дайте мне эту штуку взять. Сучи шпроты. Блин, Райска, ты что не можешь взять, ты ее не так? Она сейчас убьют ведь. Блять. Как неудобно управлять все-таки. Че, я какую-то хрень все? Я-то думал, что-то стоящее тут. Ладно,
порядке. Все. Нас вырубили. Пришлось опять уйти в загробный мир. Сюда, ну. Сюда тоже надо сходить обязательно. Если тут можно вверх куда-то выбраться. Так что туда выбраться, нам нужно перейти все-таки в реальный мир. Чтобы перейти в реальный мир, нам нужно найти портал. Куда ты сейчас? Как выбраться мне? Эй, замуровали демона под водой. Я хочу куда-то вверх. Где мне наверх-то вылезти? Тоже нифига, да? Так. Где же, ребят, выход у нас теперь? Шлепнулся, называется. Интересно. Короче, обдал. Ладно, уходим опять в альтернативный мир. И пойдем дальше искать приключения. Надо искать.
вода. В мире людей вода, я знаю точно. А, еще в одном. Вот там были уже. Так, о. Что, не ломается, что ли? Дело нам это реально только. О, думай, умай. Думай. Сувай. Насвай. Сувай. 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 Да, здесь надо тоже альтернативная штука. Опа. Все изменилось. Короче, зря мы тут туда ходили, какую-то хрень подняли для накопления нашей энергии. Ну, ребят, я не помню, видите, эту игру. Ух, как я тоже. Я ее проходил второй раз. Фу. А второй раз я проходил на PlayStation 2. Это было в году так 14. Ну, 5 лет назад. Сейчас нечего. Где паучок-то был? Там воды нету. Вода только перед ним. Как раз надо туда исходить. Перед замком вода. Ребята, вы на меня не злые? А, вы мне... да. Мы с вами кореша же, да, люди, вы мне верите. Я ваш бог. Молодцы. Уважайте меня, уважайте. Так куда ты лезешь-то? Точно, надо же вот там кусочек забрать. Там вот. Надо выпрыгнуть как-то из воды.
А, может тут у меня лазит, точно. Во. Вот как разобраться. Я просто ни разу здесь не был, когда не собирал его земного. Во. Еще кусок жизни получили. Так. Плюх, надо туда успокоить. А, вообще надо пройти через решетку. Давайте через решетку пройдем. Чих. Он мне завис. Надо подпрыгивать, наверное. А, нет, все, отвис. Да я подпрыгнул, он завис в воде. Так, я вспомнил, что вот там-то я не был. Мы ходили ведь после первого нашего брата сюда. Увидел тут наверху тот проем этот. Еще помню, смотрите, с июня месяца, или я все еще помню. Кстати, это еще и помню, наверное, из... Оп. О, да, здесь мы магию получим точно. Сейчас поверну. Надо добраться еще и загадку разгадать. Ну, мы же это любим. Как же мы-то, фанаты старых игр, такие любим загадки. Просто тут ты не можешь. Надо им погружаться. Жук, блин, да туда, в жук. Жук. Да блин. Жизнь-то без повелителя душ у нас отнимается. Печально. О, еще один удар. Че не смотрит? Дай мне свою душу. Главное, чтобы он не стрельнул. Он стрельнул.
куда-то. Ну ладно. Так. Ползем, ползем дальше. Так, начинается наша загадка. Так долго мучиться, я плохо помню, очень плохо, ребят. Но помню, одна из самых сложных в этой игре. Секрета.
Успокойся. Это тоже. Что душит? Найдите меня. Я позвоню, как можно мне достать. Да и похрен тогда на вас. Что интересное местность, да, разъели? Эту капу. Во. Нормально, всякие бонусы. Толку там нет них. Mm-hmm.
Ой, у меня ничего нет, оружия никакого. Что тебе делать нафиг? В старых играх загадки были всегда головоломки эти. Так, с нами сейчас надо загубленную. Где-то на сосне.
там только не такой уж такой важный секрет. А просто вот эти вот, где мы вверху-то все видели. Ну вот эти вот. Пополнение магии. Только вот это там. Жестика, поэтому будем выживать как сможем. Ну, не выживать, а не получится у нас такое. Так просто мы поверх могли пройти бы, если бы тот секрет бы попал. Надо было бы так мучиться. Маликов? Что-то мне больше бесит, чем Маликова. Маяк работает. Фу. Вот это хорошо. Видите, когда свет попадает. Вот и надо нам вовремя там быть. Когда свет попадает, мы должны, не помню что, альтернативный мир что ли уйти. Поршни работают. Маликов? Куда ты опять гренешь, что ли? Кончился, вот тут все. Здесь маленький. Иди ты позже. Что со сценой прошло? Понял, как долго с этой загадкой отвозился, это ужас. Ну, сейчас мы ее уже разгадаем. Хоть у меня с первого раза сейчас получилось. Есть.
выше, да? А, здесь можно еще пополнить. Нет, это же не жизнь. Это мана. Блин, а мне к жизни бы. Есть кого еще убить тут? О, где-то бегают, хмыри. Загробный мир. Есть кто на ком магию это испытать? Хорошая магия. Если особенно толпа какая-то на тебя нападает, так хлоп ее. И все. Писец. Сейчас ходить в один мир. Получается, где мы были. Идите все нахер. Вот сюда оба. Тоже полностью не наелся. Я не слепый. Еще надо. Чата нету, чтобы нахерачить-то нечто возможностью своей. Где там плыть-то куда? Во. О, трупешник валяется, которого мы скинули. Так, нам сейчас надо сходить в мир, где был первый пост, надо еще туда вернуться. Там я вспомнил одно место. Спасаем сейчас туда. Посмотрим, что там в нычке. А, еще одна нычка же есть. Это еще. Ну там же, да. В той же степи. На меня, да. Я ваш бог, я ваш гуру, я ваш все. А, вот так.
Так. А нет, нам как раз надо вниз, а не вверх. Все. Мы все вспоминаем. Идите, зомбаки, нахер. Вы тут не стреляете. Это и топ. Ну, не зомбаки, а как они. Ах ты ж. Накосячил. Да. Теперь, блядь, надо найти портал. Потому что здесь мы в этом мире не можем лазить.
как-нибудь. Здесь что? Здесь что надо? Можно эту игру вообще без возможности проходить. Она уже интересна. Что за возможность каждая дает, что? Так что намного интереснее. Есть.
пазл должен сложиться. О. Сейчас сразу. Сходится. Да. Сошлись.
просто шипит. Как эти загадки здесь не достают. Все эти пазлы собирать. Да, ребят, простите уж. Коли мы решили собрать все возможности, которые я, по крайней мере, знаю. Как-то частично что помню, то помню. Поэтому, видите, надо это все сделать. Я даже не помню, что мне эта штука сейчас делает. Что-то, наверное, полезно будет. Тоже хорошо возможно. Совсем непростые. Даже Resident Evil, кажется, мне наимилейший его загадка. Сразу с этими кубиками. Все там завозим. Да, если я закину так, то он же, как я его сверху потом скину. Хитро-то тут.
ребята, вот это вот загадка. Так загадки раньше были. Нет, не то, что сейчас ваши такой экшен они, да. Пушка вот это. Вот опять не лучше. Тогда ну, мы еще сюда не поставили. Я там не вижу. Вот куда надо было поставить. Внизу тут еще один проход остается. Типа там тоже не воткнули. Мы можем быть.
Да ты его не хочешь. Это тоже его туда не хочет. Там. А я мучился. Так, еще раз окошко. Нет, еще раз. Все, больше нельзя, что ли? Сегодня, ребят, это будет все. Всем спасибо за просмотр. Вы были на канале Nefright987. С вами был Неф. Не забываем ставить любо, тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться. Ну и, конечно, оставлять ваши комментарии под данным видео. Ну и всем пока-пока. До новых встреч. Let's rock.